полночный разговор. Отвяжись ради бога, тебя ведь нет. Я же просто тебя придумал. Ты какой-то остаточный элемент, подростковый комплекс. Веры в чудо? Я не верю, если честно, что ты живой. Если живым, мне было бы слишком страшно. Тыкать палочкой страшно и осторожно. Ты на этом не нужен, мой любимый. Не поверишь, ни сахар, ни сладко, упал ночью, зажимать тебе руку. Проклиная все, вставать, включать интернет, делать чай, закидываться таблеткой. Ну извини, сигарет тут нет. Ах, не надо? Правильно, не надо окульки тушить об руки. Слушай ты, позор для точной науки. Я в тебя не верю, уйди, урод. Нет, ну правда же, объективно смешно. Утром встану с мурмом, что это было? Не плевать, как кого-то где-то там били. Ты не было, не со мной, давно. Спанель подла, ты еще забыл. Ну идиот, ну чуть-чуть не доверил, чего? Я тебя напишу и забуду. Просто слишком страшно, что ты живой.